Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем со старой майсы. Известный цадик раби Зуся из Аниполя сказал однажды: когда после смерти я вступлю в мир истины, меня не спросят там: Зуся, почему ты не был Балшемтов? Я не испугаюсь, в конце концов, как можно сравнить меня с таким гением, как Балшемтов. Если меня спросят, почему ты не стал Магидом из Межирича, я тоже буду знать, как возразить. Посмотрите на меня и посмотрите на Магида. Мне будет трудно ответить только на один вопрос. Зуся, почему ты не стал Зуси? Почему ты не стал тем, кем мог стать? Хотя мог стать им. Через несколько дней нас будут судить. В первую очередь за то, как мы использовали возможности этого года и его потенциал. Есть ли у нас духовные продвижения? Или мы просто переводили энергию неба в навоз? Творец дал нам, каждому, возможность вернуться к нему. Ибо заповедь, написанная в недельной нашей главе, которую я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя и недалека. Рамбам сказал, что словами Тора «эта заповедь» имеется в виду заповедь о раскаянии. Это особенно актуально сейчас, в последние дни уходящего года. Осталось чуть-чуть. Последние дни, когда можно получить хорошее решение на небе на следующий год. Остались секунды, надо использовать их, надо сесть и подумать, обсудить с собой свой прошлый год. Надо честно сказать, что ты сделал не так. Надо построить план на следующий год, записать его и постараться следовать ему неукоснительно. Перед нами великий суд. Если у мира есть создатель, подумайте сами, то обязательно в какой-то момент времени должен быть суд на соответствие той или иной детали творения и как она работает. Особенно человек. Ведь он создан последним, это деяние должно быть наиболее хорошее. Тот суд, в котором подсчитывается, сколько нам в начале года было выдано верхней энергии, как мы справились с ее потреблением и куда мы ее потратили. А от этого уже будет решаться, что нам дать на следующий год и давать ли вообще. И никто не может помочь в этом суде, кроме нас самих. Удивительно, но суд небесный нас меньше тревожит, чем земной. Если бы через 3 дня у нас был суд, на котором решалась судьба всего нашего имущества, или кто-то хочет его отнять, или потерять, или удвоить, там, мы бы переживали, находили адвокатов лучших или самых опытных. Сделали бы все для победы в суде. Но это нонсенс. Именно в небесном решается все. В небесном. Остальные суды только отголоски Рош ха-Шана. Когда человек, не про нас будет сказано, заболеет. Кто-то скажет, он заболел сегодня вечером. Там, летом или когда. Но один умный раввин говорил иначе. Нет, он заболел в Рош ха-Шана. Все решается в Рош ха-Шана. Здоровье, жизнь, заработки, все. Нам надо не потерять эти драгоценные часы, которые остались до Рош ха-Шана. Надо срочно лечить душу, которая предстанет как раз на суде. Как-то раз Балшемтов проходил через город, в котором жил один человек, он тяжело болел. Известие о прибытии Бешта распространилось быстро, и врач, его лечивший, попросил знаменитого целителя на всякий случай подойти к пациенту. Зайдя к больному, Бешт в течение нескольких секунд смотрел на него, а затем повернулся к жене и сказал: «Приготовь срочно куриный бульон». Она приготовила, больной еле отхлебнул этого навара и сразу, оживившись, заговорил. Беш пробыл с ним около часа, и за это время человеку полностью вернулись силы. Когда Балшемтов собрался уходить, врач попросил его уделить несколько минут. Он спрашивает: скажите мне, Рэбе, этот человек был на пороге смерти, я ничем ему не мог помочь, и уж тем более его не мог исцелить какой-то куриный бульон. Как вам это удалось? Беш ответил: болезнь появляется в теле, но зарождается в духе. Вы лечили тело, а я заглянул в душу. Если человек использует свое тело безбожно, если он безрассуден в действиях, груб в словах, нарушает все заповеди и не занимается благодеянием, его дух страдает и не может поддержать тело как следует. Именно это произошло с вашим пациентом. Но я обратился к его душе и побудил его уклониться от себялюбия, там, обратиться, то есть исправиться. Душа согласилась, и тело сразу выздоровело. Врач спрашивает: Рэбе, все понятно, а при чем тут бульон? Бешт улыбнулся и ничего не сказал. Балшемтов обладал способностью непосредственно вмешиваться во внутренние процессы, проходящие в человеке. Однако нельзя рассчитывать, что мы встретим человека такого же масштаба, который как Бешт. Такие люди бывают там раз в тысячелетие. Нужно заниматься собой самостоятельно, очищая вот эти облачения своей души и развивая ее. Надо следить, чтобы мысли стали чище, хотя бы чем были вчера. Слова более добрыми, деяния более праведными. То есть как-то двигаться надо. Мудрецы сказали: со временем твоя душа вернется к чистоте. И тогда тебе достанет сил уклониться от зла и делать добро. Это в псалме. Вот после того, как мы долго-долго будем с ней работать, душа начнет ощущаться и поможет устоять в суде. Брахава от слаха, хорошего нам всем сладкого года
и приговора такого, чтобы обрадовал нас всех. Браха ва ацлаха.